Всем привет! Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Часть первая. Так, где мы появились? Мы появились... Как будто бы лагает. Нужна еда для начала и построить стартовый домик для выживания. Привет. Лагает или нет? Как будто лагает сильно. Привет всем. Ладно, надо наушники одеть кое-кому. Ой, а вам слышно шум этот? Или нет? Надеюсь, вам его не слышно. Я? Да. Видите, какие стены санаторные? Там, где звук у меня. Ничего сам не слышно. Так, подожди, вам тоже звук не слышно, я понял сейчас. Просто воспроизведение. О. Все, должно быть слышно. Пока чат буду читать. Мне так неудобно чат будет читать. Может, я просто вас не читать, и все. А, не, я вот так поставлю, смогу вас читать. У меня летсплей на YouTube идет, аккуратно. Я нахожусь. Сейчас скажу, где. В России. Так, сейчас. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, играть на 15 дюймах, конечно, одно удовольствие. Ладно, пойдет. Дорогие зрители, еще раз всех вас, еще рад всех приветствовать. Сегодня мы начнем проходить Майнкрафт. Это первая часть из многочасового цикла летсплеев по Майнкрафту. Спустя 12 лет я продолжаю записывать замечательные ролики на YouTube. Давайте же начнем этот прекрасный новый мир. Так, мы сейчас добыли с вами сладкие ягоды, это будет вкусно. Добудем много дерева и построим нашу стартовую кибитку. Надеюсь, нам этот мир принесет очень много радости и кучу ресурсов. Так, дерево есть, погнали. Так. Рыба. Рыба мне не нужна, мне надо... Где я буду строиться? Нужно найти какое-то место, чтобы было комфортно жить, желательно. Побольше дерева. Веточек. Сейчас мы сделаем первые наши инструменты. Каменные. В этом мире без каменных инструментов никуда. Сейчас добудем очень много дерева с вами и камни. И будем строиться дальше. Пока. Сейчас я камушка добуду побольше. Так.
Теперь у нас есть каменные инструменты. Это очень важно для выживания в этом мире. Так. Что же еще нужно? Уголь. Побольше еды. Скрафтить каменные печки. Все-таки первый день выживания в этой, в этом кубическом мире. Нужно подготовиться и подойти с умом. Я не представляю, сколько понадобится времени, чтобы дойти до дракона и проложить себе путь к профессионалу Майнкрафта, к самому настоящему. Давайте продвинемся вглубь леса и посмотрим, что же тут интересного нас ждет. Какие приключения нас ждут? Так. Пещера. Маленькая пещера. Мне ничего интересного. Так. Чуть-чуть земли добудем. Вдруг куда-то провалимся, чтобы было проще вынести. О, обязательно надо этим добыть шерсть. Без шерсти нам никуда спать не сможем ночью. А это важно очень. Чтобы ночью нас не напали, не напали никакие зомби страшные. Давайте же мы с вами добудем шерсти. Музыка? А, я музыку не выключил. Точно, сейчас выключу. Все, выключил музыку. Я забыл про музыку, кстати. Как ты мне напомнил, спасибо большое. Так. Все, еда. Так, и мясо есть. И сейчас овечки. Ой, овечки, сейчас хрюшек немножко добудем. У нас спряталась хитрая. Такая хитрая свинюшка. Так, Ольга, хорошо. Очень много ягод. Можно быть и вегетарианцем в игре. Даже животных не трогать. О, понимаете как? Ой. А, так ее можно собирать. Что-то не понимаю. Так, там холодный биом. Нам будет холодно, туда не пойдем. Давайте пойдем куда-нибудь в теплые края. Так будет получше. Так, у нас до сих пор нету с вами угля, чтобы пробираться сквозь пещеры. Да, невероятные приключения Вани Меладзе в кубическом мире. Всем привет! Еще раз, дорогие зрители, и отличного всем настроения, прекрасного позитивного дня. Если вдруг кто-то кушает, приятного аппетита. Кто только будет начинать кушать, грейте чаечек, наливайте. Ставьте в микроволновку вкусные какие-нибудь бургеры или что вы приготовили. А мы ищем, где же мы поселимся. Нам надо какое-то место хорошее, ровное, чистое. Чтобы было с комфортом жить. Даже не представляю, где. Я что-нибудь придумаем. Это кто был? Свинья? Не вижу свинья. А вон она, по-моему, справа, слева. Ага. Иди ко мне, малышка. Сейчас немножко мяса еще добудем. Все. Даже еще побольше можно, в принципе. Чтобы было. Да, все с телефона идет. Интернета нету. Ни в санатории, ни дома. Нет интернета. Йота Форева. Почему? Ой. Ну, к сожалению, интернет меня обделил в этой жизни. Живу в каком-то каменном веке. О, хорошо. Нам нужна лодочка, быстро передвигаться по этому кубическому миру. Давайте же с вами
Подумаем, где жить. Мне нравится это место, кстати. Вот это. О, как хорошо. Гляньте, что я нашел. Как быстро причем. Вот это везение. Как-никак. Я? Не, я... Это летсплей, поэтому мы никуда не торопимся. Остросюжетный сериал, так сказать, небольшой. Не хватает еще одного металла нам. Заходи в портал. Да, ты же видишь, какие тут плачущие обсидианы. Мы тут туда не сможем зайти, к сожалению. А надо вот это добыть. Но у нас нету металла. Ну, в принципе, ладно. Ничего страшного. Давайте дальше отправляться. Кирку взять? Ой, я уже. Она не нужна, она не очень. А подожди. Киркой же это нельзя добывать. Где она, подожди, куда она пропала? Она пропала. А. Ей разве можно золото добывать? По-моему, ей нельзя. Давай попробуем. Мне казалось, что нельзя. Да, нельзя. Я был прав. Ну ладно. Минус золото, ничего страшного. Да ничего страшного, я, в принципе, знал об этом. Так, это мы заберем, нам пригодится. Очень быстрая, ну как сказать быстрая. Золотые инструменты самые низкокачественные. С ними проходить эту замечательную игру будет так комфортно, как с металлическими. И урона от них меньше, кстати, тоже. Хочу заметить. Поэтому, если вы вдруг играете в эту замечательную игру, не пользуйтесь золотыми инструментами, они печальные. И видите, ягоды тоже мало здоровья прибавляют, а мясо в этой игре здоровье прибавляет больше. Тоже как бы имба, если вот добывать из них вот еду. Ну, что делать? Так, хорошо. Надо поспать уже, да? Скоро стемнеет. А мы привал не нашли, где жить. Надо придумать, где жить будем. Так, один. Давайте подумаем. Ну, что подумаем? Сейчас будем бежать. Я думаю, найдем, где построить первую стартовую кибитку. Возможно, даже наше будущее поселение. Так, что тут у нас будет за холмом? Что нас ждет? Возможно, здесь и построимся. Здравствуйте. Так, вот это мне место нравится. Но тут как будто бы ничего и нету, да? Какое-то оно такое пустое место. Да. О, лава зато есть, смотрите. Здесь можно было бы построить портал будущий. Ну, как будто бы надо начать с чего-то наподобие. Просто дома, фермы. Да, до 10 числа я буду в путешествиях. Так. Это уже интересно. О, там много очень материала. Он нам как раз таки и пригодится. Да, замечательно. О, как хорошо, пойдемте. Кто пиццу привезет? Ну вот, как видишь, не судьба, не судьба, не Ванюшка привезет пиццу. О, все, приехали. Ну да, конечно, Саня, с кем же еще? Конечно. Так.
Нам обязательно нужен металл. Без металла в этой игре далеко не продвинемся. Упали? А, я думал, стрим упал, напугал меня. Не, рыбалки нету. Сори. Я, в принципе, мог бы и рыбалку включить. Да нет, тогда спам начнется. Рыбалка будет отдельным стримом. Хотя... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В принципе, рыбалку могу включить, да. Все. Сейчас включу, сейчас. Сейчас. Будем рыбалку еще пару дней играть. Так, рыбалочку. Сейчас. Все, рыбалочка включена. Можете, кому хочется, можете в рыбалку тоже играть. Так, а где текст? Все, можете разыграть в рыбалку, если хотите. Ну как хорошо, сразу все захватим. Так, хорошо, продвигаемся дальше. Так, нам побольше угля надо. И сейчас уже построимся. Давайте не рядом мы построимся, в принципе, как вариант. Почему нет? Так, наверх бы подняться. У-у-у. Так, как же нам быстро наверх подняться? Вот это задачка. Там угля много, давайте здесь поднимемся тогда. Почему бы и нет? Можно переименовать трансляцию, кстати. Сейчас. Типа плюс рыбалка. Ошибку выиграл? Вот это тебе повезло, повезло. Так, хорошо. Так, ладно, погнали. Надо подумать, где же я обустроюсь в этом кубическом мире. Нужно какое-то классное какое-то место, красивенькое для жизни.
Да, хорошо. Пойдемте. Вот здесь, кстати, неплохо. О, там мы будем жить в деревне. В принципе, нам подходит этот вариант. Да, тут и деревня. В деревне будем жить тогда. Почему бы и нет? Еды много. Что, не работаю? Не знаю. Сейчас будем работать. Так, деревню улучшим. Создадим шахту. Будем добывать угля много. Так. Во. Замечательно. Во, вот это большая деревня. Здесь, пожалуй, остановимся. Так, приватизируем какой-нибудь дом. В каком бы доме жить? В каком мне больше нравится? Давайте подумаем. А давайте вот тут и построимся. Камень есть? Есть. Так. О, вот здесь как раз можно на воде построить домик. Даже не на воде, а вот. Давайте вот это построимся. Идеальная деревня, чтобы жить. Супер. У нас все есть. Абсолютно все есть. Для дома идеально. Так, а дом будет из дерева, я думаю, да? Как будто было бы поприятнее из дерева дом иметь. Пусть дом будет красивый, не квадратный, какой-нибудь такой прям, не знаю, овальный, почти овальный. Сейчас я красиво сделаю по красоте, как надо. Во, красота. Так, и сверху дерево. Вот так. Так, обязательно надо сделать окна, чтобы проветриваемое помещение было. О, супер. И крышу. Там мы возле портала забрали лесенку. Как раз пригодилась нам лесенка. Смотрите. Ничего не пропадает. Все пригождается. Ой, замечательно, замечательно. Я прям ощущаю себя уже в прекрасном каком-то родном доме. Есть такое ощущение? Вот у меня тоже. Так, это сюда. Кровать, кровать сюда, наверное. Дабы кровать-то поставить сюда кровать. Так, нужны двери две. Вот такие замечательные двери у нас будут. О, а вот так мне уже нравится. Эти все инструменты, все пригодилось. Ой. Вау. Вау. Да побольше дерева, да? На работе? Да так. А чё, звука нет до сих пор, что ли? Все это время без звука играл. Вы молчите, хоть бы сказали. Я и думал, что звук есть. Ну, ладно, первый блин комом, ничего страшного. Сейчас звук уже есть. Слава богу. Привет! Всем привет! Ку-у-у! Ку-у-у!
Что за звуки страшные? А, рыбу ловить можно здесь. Давайте рыбу ловить. Так, подожди. Печечку поставим, сейчас с вами переплавим. Что мы что-нибудь переплавим сейчас по-бырому? Так. Красота. Пусть каменный будет, наверное, потолок. Да, согласен. Согласен полностью. О, красота. Невероятной красоты дом. Я чувствую себя прямо уже полноценным архитектором. Включены, конечно, а как же? Только хардкор. Где еда? Где вся моя еда? Ой, надо спасти пацана. Ё-моё, балбес. А ты куда полез? Уже ночью, иди спать. Ну ты что? Ну ко мне не надо, у меня кровать занята. Это мой дом. Не понял. Не-не-не. Нельзя. Уйди. Обалдел. Доставка? Не, доставки нету сегодня. Доставка не скоро будет. Ну и что ты на моей кровати прыгаешь? Уходи. Уходи. Понятно. Ладно. Что? Ой, отстань. Он меня еще преследовать теперь будет, что ли? Обалдеть. На работу? На работу после 10 апреля. Так, давайте добудем еще побольше дерева, дом достроим. А, дерево. Какое дерево? Нам нужен камень. Я забыл. Кто-то задонатил? В смысле задонатил? Почему? Мы как бы сейчас прошлые стримы гляньте, и чтобы быть в курсе, где мы находимся и чем мы занимаемся, мои дорогие зрители. Поэтому завтра, скорее всего, будем стримить уже в Пятигорске. Посмотрим, посмотрим. Что случилось? Отдых случился. Невероятный отдых, прекрасное настроение. Так, надо побольше угля тоже и камня. Подготавливаемся. У нас день первый. На Машук, может, сходим, да, на гору. По центру погуляем, достопримечательности посмотрим, все как положено. Доработать? Согласен, согласен. Так, что там у нас? Каменная крыша должна быть, да? Если я каменную крышу дострою. Здесь нужно сделать, скорее всего, вот так, чтобы можно было ходить тоже. О, красота. Так, и крыша. Сейчас. Сейчас, так, палочки. Сделать сразу подъем на лестничную площадку. То есть сделать лестничную площадку, наверное, здесь, почему бы и нет. А, подождите, здесь надо еще вот что сделать. Каменные блоки для обустройства нашего великолепного дома. Так, а что такое сделать? Ой-ой-ой. Поднимусь. Угу. А, вот, давайте доделаем. Внутри надо освещение обязательно сделать. Ой, какая красота. Какой красивый дом. Вау. Так, и еще единственное. Забираем. Это мы убираем. Тоже. Угу. Нужна еда. Много еды сюда. О! Кстати, хорошая идея. Можно сделать действительно стеклянный пол.
Или даже потолок. Надо подумать на эту тему. Мне идея нравится. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, ну что, дорогие мои зрители, освещение надо сделать в доме. Обязательно освещение. О, красота! И сейчас мы с вами сделаем. Давайте посмотрим вообще, что тут есть у жителей. Может, что-то имбовое заберем себе. Аккуратненько обворуем местную деревню. Ну, печь можно себе забрать, чтобы она у нас стояла. Им она все равно не пригодится. Для них. Им она не нужна. У них тут еще есть. Это что такое? Вау, ткацкий станок. Ну это мы воровать не будем. О, ё-моё. What the hell? Ну, да. Вид имеет. Определенно вид имеет. Жесть. Печки ворую. Так, что тут у нас интересно? Пещера. О, ё-моё, зомби-зомби. Давайте здесь и построим пещеру, наверное. А что и строить, она уже есть, можно копать, да и все искать, что ничего не в теории, да? Не, ну дом имбовый. Вообще, только вдумайтесь, он летающий, парящий. Обалдеть. Обалдеть. Гора какая, гляньте. Шок. Так, а тут что у нас? Ага. Деревья понасадили. Опа. Забираем. Это нам пригодится в нашем доме. Что-то они забаррикадировались совсем. Ну, у них тут ничего нет практически. Кроме вот этих. Этих вот, собственно. Плавильную печь мы добыли, стол кузнеца. Пригодится. Пригодится. Сейчас поудобно. Неудобно, конечно, стримить без штанишек и на тупо на кровати, конечно, такое себе, но у меня выбора нет, поэтому как бы особо наши ноги вспотели. Есть. Так, ладно, сейчас. Где мы там были с вами? Вот здесь еще не были, да, по-моему? Угу. О, забираем. Знаете, давайте заберем, в принципе, и лестницу. Она по-любому пригодится. Ну, все, замечательно. Все, пойдемте оборудуем дом и будем заниматься добычей полезных ископаемых. Перед отправкой в ад. У нас какой план, собственно, действий? Развиться, одеться, обуться и попробовать добраться до дракона. Не представляю, сколько потребуется времени на это, но посмотрим, как пойдет. Как пойдет. Так, что у нас теперь есть с вами? Давайте. Давайте поставим, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Ой, красота. Ой, вообще красота. Только гляньте, у меня все есть. Все, что нужно, в принципе. Я обустройство для жизни. Угу. А что оно? А, видать, оно для другого, да? Для чего-то для другого. Ладно, я понял. Забыл для чего, правда? Так, что тут у нас? Угу. Это нужно, нужно. Так. Топор. Сделаем, наверное, сразу железный. Он более будет защищ более
более сильный будет, чтобы отбиваться от орды зомби, как говорится. Так. Так, сейчас. Танюша, привет. Давайте здесь построим с вами вглубь. Сделаем шахту. Пусть будет. Да. Ага. Хорошо, построили, да? Замечательная шахта. Да, привела нас в никуда. Ну да ладно. Что, первый раз, что ли? Сейчас делаем все. Так. Немножко неудачно получилось, но как будто бы и в принципе нас это не смущает, верно? Мы же люди простые, если нам что-то нас не устраивает, мы берем это и меняем, поэтому сейчас поговорим вот так делаем. Ач. Такие вот у нас первые дни летсплея проходят вот так весело. Ой, а тут я дальше что, не пролезу разве? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас, ладно. Дерево жалко. Да, что его жалеть? Новое добудем, ничего страшного. Ой. Ой. Не подрасчитал что-то. Упс. Совсем что-то материала мало, да? Есть такое ощущение, вот у меня тоже. Ладно, давайте по-другому сделаем с вами. Раз мы так уже опустились на дно. Немножечко это подмухлюем, как говорится. А, ну, в принципе, ладно. Ваша взяла. Сейчас. Во-первых, поспать надо, уже темнеет. Чтобы орды зомби не было. Да, наконец-таки я с собой компьютер додумался взять поездку. Тут интернета нет, поэтому приходится опять с йоты стримить. Это удручает. Ну, не будем печалиться. Вся жизнь впереди. Вся жизнь впереди. Возьми с собой интернет. И стрим везде. Че я? Зачем я спустился? У меня, кажется, была кирка. А, подожди. А вот палки тоже не стану. Все есть. Все есть. Все хорошо. На самое дно Твича отправляемся с вами, с моими летсплеями. И, как говорится, переходим на мизерный онлайн. Ладно, шутки шутками. Шутки в сторону. Шутки в сторону. Ой, шикарно, шикарно. Сегодня мы же гуляли по Кисловодску. Жаль, стрим обрубился на... Ну, как мы в гору поднялись, там повыше, там уже не было связи. Очень понравилось. Такси, конечно, стоит тут. Мы ж как передвигаемся? Мы не стали заморачиваться. Таксишку вызвали и поехали. Вообще имба. Таксишками пользоваться. Так что если куда-то теперь будем ездить, какие-то путешествия, только такси везде пользоваться. 30 минут, ты уже из Железноводска попадаешь в Кисловодск или еще куда надо. Завтра в Пятигорск поедем. Имба. Нравится. Кавказские минеральные воды безупречны. Тут и прекрасный воздух. Есть на что посмотреть. Попить прекрасную водичку. Оздоровиться. Все для людей сделано, если можно так выразиться. Все для людей. Да. Экономный Иван покинул чат. Теперь Иван, если куда-то едет, он просто получает удовольствие от жизни. У, как мне хорошо повезло, гляньте. Мы с вами... Бесит только единственное, что мы попадаем постоянно в середину пещеры и спуститься не так просто. Ну да ладно, сейчас мы... Решим этот вопрос, ничего страшного.
Мы очень хорошо заспавнились. И, собственно, здесь будем добывать наши основные ресурсы для выживания. Иван Грилс и как выжить любой ценой в кубическом мире. Так, давайте посмотрим, получится ли у нас здесь появиться или нет. То есть именно в пещеру попасть как надо. В теории сейчас должны быть внизу пещеры. Очень на это надеюсь. Да, конечно. Так оно и получится. Ага. Замечательно. Какую игру? Биполярочка, поправь. Может, я чего-то не знаю. А что за игра восхождения на гору? Подожди. Там стрим у человека идет? Восхождение на гору в игре? Чего? Как это? О, господи. Роблокс, что ли? Боже мой, какой кринж. А как поиграть в это? Какой кринж. А что это за игра? Это... Скажи мне быстро. Это что за... Это Роблокс? Ты шаришь? Я просто не шарю. Роблокс. Да я увидел тоже, да. Ладно, давай в это в другой раз в эту игру поиграем. Другой стрим. Мелкий, привет. Там стрим упадал, когда ты приходил, рассказывал, что вы с женой тоже тут были. Это, нет, Wi-Fi, как всегда, раздаю с телефона. Ничего нету вечно. Когда приезжаю, ничего вечно. В какую-то сраку приезжаю, у меня интернет ни хера нет. Что я говорил? А, то, что рад тебя видеть. И да, да, нам очень понравился Кисловодск. Офигенно, конечно. Безумно круто. Я изначально вообще, на самом деле, по поводу поездки, это я придумал. Или не я. Не помню. Кто-то из нас. Но это не суть важно, в принципе. Микрофон. А потому что у меня на пузе лежит. Из-за этого... На пузе лежит, видишь? И меня, может быть, плохо слышно. А компьютер гудит очень мощно. Сори. Поэтому сори. О, почилить вместе, да, было бы неплохо. В общем, поэтому пока что качество стрима первого летсплея, как 12 лет назад на моем ютубе. Да я на ютуб записываю сейчас все. Я решил спустя 12 лет продолжить вести ютуб все-таки. И опять начать с летсплеев разных игр. Как говорится, а чё б нет? Почему бы и нет, правильно? Поэтому будем с вами кайфовать и... Всякие игры стримить классно. Еще я дерево не взял. У меня нету с собою. А, есть только такой железная кирка, ладно. Мы живем в Железноводске, в санатории. Ну, не буду говорить, в каком. Тут круто. Потом расскажу после того, как приедем, скажу, как он был. Летсплей разве еще популярный? Нет, просто я решил снять летсплей. О, фотографии, это хорошо. А что делаешь? Летсплей по Майнкрафту. Серия летсплеев для моего YouTube канала одноименного. Хочу стать популярным. Курьер когда будет? После 10 апреля. Не скоро, короче. Пока что удовольствуйтесь путешествиями. Особенно я вижу, как нравится всем моим зрителям путешествия в кавычках. Да, да. Я все по карте смотрю, думаю, куда поехать и маршруты придумываю. Тупо приезжаем в какой-то город и смотрим все подряд, что нам нравится. Как-то так. Господи, я как-нибудь спущусь в эту пещеру или буду только поверху лазить? Ничего не понимаю. Меня уже бесит эта пещера немножко. Не могу вниз спуститься, представляете?
Не получается. О! Надо к стене подобраться поближе уже, наконец-таки, и спуститься. Невозможно, реально. Ужасная пещера попалась. Вредная. А, экскурсию именно чтобы... Ну, я понял, на машине каком-нибудь. Это как вариант. Возможно, мы со зрителем поедем в Пятигорск, поэтому у него машина. Возможно, мы будем тоже прикольно стримить совместку с зрителем. Посмотрим, как пойдет. Музыка какая имбовая в игре. Чувствуете? Минус один. Так, сейчас. Большая пещера, я вам скажу, очень большая. И, о, золотишко. Это нам надо. О, малыш, это плохо. Это плохо. Не будет малышей дурацких. Какой застранчик. Гляньте. Они еще живучие такие. Вот зараза такая, гляньте, что творит. А, мы были там, мы были. Я понял, о чем речь. Там интернета не будет, скорее всего. Мы были. В какой же мы горе были? Забыл, как называется гора. Потом мы ездили тоже. Давно, правда. Тут же еще не забывай, что не везде интернет ловят. Это бесит. В следующую поездку я куплю роутер нормальный. В следующей поездке будет роутер и антенна обязательно. Так что я буду подготовлен прям жестко. Так. Опа. Гляньте, сколько. Боже мой, что происходит? А, я понял, что происходит. О, нет. А, подожди. Спавн. Что, вот что происходит. Если что, напишу. Окей-окей-окей. Окей-окей. Спасибо, брат. А, в принципе, забираем, ладно. Пригодятся. Тут можно, в принципе, это, заниматься добычей опыта, как вариант. Как удобно, что мы появились под спавном. Тимба. Невероятное. И вообще, сколько материала, безумно. Безумное количество какое-то. Не может не радовать нас. Класс. Класс. Что там нет? Ой-ой-ой, это было опасно. Не надо было так рисковать своей жизнью. Так, что тут у нас? Давайте поднимемся наверх. Слишком много материала, чтобы его просрать. Давайте все-таки засейвимся, да? Я считаю, что надо засейвиться. Сейчас. Заодно быстренько восстановимся, улучшим дом. Дом у меня какой-то из говной палок как будто бы состоит. Пора бы его подредактировать, подулучшить. Сейчас. И поспать. На улице темно, опасно, бродят всякие монстры. Зачем рисковать жизнью, правильно? Я тоже думаю, что не надо рисковать жизнью. Воу-воу-воу-воу.
Господи, мол, ко мне зашли, напугали меня. То, что пугает. Так, собственно, что у нас тут? Тут у нас переплавить надо. Звук не очень. Я знаю, сори. Сори, ребятушки. Сейчас я усилю звук. Я не могу его усилить, потому что если я его усилю, вам будет слышно шум компьютера. А это плохо. А положить некуда его. Он у меня лежит на животе, поэтому... Сори, сори, как есть. Ничего с этим не могу сделать. Реально ничего не могу с этим сделать. Хотел бы лучше сделать, но... Ну, как есть. Давайте вот, вот здесь положим самые дорогие материалы наши. Допустим, вот такие качественные. То, что стоит подороже. То, что нам прям очень нужно будет. А ну, хотя нет, уголь можно бы поставить. Да. Давайте здесь дорого-богато оставим. Так. Да? Я тоже так считаю, что да. А сюда всякий хлам. Скинем ненужный нам. Вот так. Супер. Что у нас по еде? Ага. 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 Ну, еды много у нас на самом деле. В этом проблем нет, как будто бы. И металл есть, это тоже хорошо. Можно было бы, в принципе, наверное, заморочиться и сделать что-то из... Штаны хотя бы для начала сделать. Золотые обуви. Угу. Ну, пока хватит для начала. Класс. Дерева мало. Да? Да. А, дом я хотел, дом улучшить. Дом, дом, дом. Так, давайте сейчас сделаем вокруг небольшой заборчик для приличия. Как-то так. Да. Вообще, красота неописуемая, я считаю. Ой. И освещение обязательно. Вау. Ну все. Благодать. А, еще у нас сундук есть, да? Как это поставить? Здорово. В смысле, трясусь? А, потому что у меня ноутбук стоит на пузе. Я сижу на кровати, играю. Поэтому... Трясусь, наверное, поэтому, да. Ну, потому что я душу, и пузо увеличивается, уменьшается. Поэтому есть такое ощущение, как будто бы вы меня смотрите... Как будто я плыву на чем-то, понял? Так. Так. Дай вспомнить, в какой стороне у нас озеро из лавы было. По-моему, в той стороне. Но еще рановато до озера с лавой. Надо сделать мотыгу и собрать все, весь хлеб, который здесь есть. Потому что, возможно, понадобится очень много еды. Воды, еды нет, поэтому подготовиться надо физически, морально, духовно и обязательно пузо едой набить перед отправкой. Да. Немножко обворуем деревню. Я думаю, жители будут не против. Тем более у них два фермера. С голоду не помрут, я считаю. Ой, это кто, кузнец? Кузнец, ты что ли? О, а у меня такая есть уже, да? Класс. Да, мне очень повезло жить в такой деревне замечательной. Чувствую себя очень даже хорошо. Не пропаду с этими жителями местными. Так, у меня свой дерево... Ой, господи. Сейчас я сделаю пшеницы, хлеба. Теперь у нас есть хлеб. С едой проблем не будет. Это хорошо. Металл есть.
Так. Что осталось сделать, в принципе? Ну, кстати, можно сделать... Вот что сделать можно. Ведро. Ведро есть. Все хорошо, мы начали, в принципе, серию прохождения наше. И, собственно, так тоже сделаем. Все. Снаряжение есть, можно и, собственно... В Альхимии играл, классная игрушка. Угу. Так. Так. Замечательно. Пойдемте дальше. Так, что там? Надо выложить ненужное. Вот это пока выложить. И камень нам, наверное, тоже пока не нужен. Добудем камень, если шо. Палки. А, знаю, что нам надо взять. Подожди. Дерева вообще нету. Вообще без дерева, гляньте. Непорядок. Думал, так скелет стоит, а это лошадь. Очень похоже на Вальхейм, на самом деле. Это, конечно, все песочницы, они похожи. Если между нами. Так. Давайте мы с вами еще деревце поддобудем немножко, чтобы оно было у нас в кармане. Мало ли шо. Так, а тут кто у нас? Ага. Ага. О! Дерево есть, хорошо. Надо осмотреть окрестности, где мы живем. Угу. Интересно. Угу. Ну, в принципе... Ой, что это было? Кто это был? Кот, что ли? Что за страшные звуки? Что за дикое животное издавало эти страшные звуки? Никого нету, как будто бы. Вот это да. Котяра. А, котяра, да. Откуда тут коты берутся, я не понимаю, правда. Привет. На, покушай. Хочешь что-нибудь мясо? Стой, кот. Сиамский причем. Мяу. Малыш. Малыш мяу. Я бы его приручил, только вот... Еды нет для него, к сожалению. Давайте подытожим первый день выживания. Первую часть нашего летсплея, многосюжетного для моего великолепного YouTube-канала, и подумаем, что дальше нас ждет. Мы построили с вами красивый дом. У нас есть одежка, обувка, еда. Сколько еды, кстати? Гляньте, тут... А, нам себе еду не надо пасть. Много еды. И дерево, и все, что хотите. Так, и... Собственно, вот так. Домик сделали, пещеру нашли, деревню обалденную с жителями классными, познакомились. Собственно, давайте подытожим. Первый день выживания. Невероятный день. Поэтому эта первая часть подходит к концу. Дорогие мои подписчики Ютуба, зрители Твича, это сердечко для вас. Мы получили много эмоций за этот великолепный час прохождение великолепного кубического мира. Такие дела. Не переключайтесь. Через небольшую паузу я запущу прохождение American Truck Simulator. Мы с вами выполним 2-3 доставочки, заработаем большие деньги и пойдем к успеху. Будем развивать нашу компанию в American Truck Simulator. Поэтому сейчас я сделаю паузу. Если что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте прожимать колокольчики. Ставьте кнопку follow на мой канал в Твиче, кнопку подписка на моем YouTube. Не, я не дома, привет. Я в санатории. Сейчас вернусь к вам в следующем прохождении American Truck Simulator. Через сколько там сейчас времени? 22:33, ну, через 2-3 минуты запущу прохождение American Truck Simulator. Все.
А летсплей, первая часть, подошла к концу. Всем пока!